салом, дустон, хамсолон, вахама на фароне кяни замун боша бакай баурисон астеду пайваста барномаян губин ро тамошо мекунед. Инак бозанин вакту саат манзури шумос барномаян губин тарихи телевизиони баурисон ва албата бо иштироки боз хурдсолони соҳиби истеъдоди кишварамон. Албата пас аз баргузории барномаи ангубин, пас аз оғоз намудани аввалин шумораи барнома, албата сафи иштирокчиёни он дар тӯли 5 сол рӯз то рӯз танҳо зиёдтар шуда истоданд. Зеро кӯдакон аз якдигар намунаи брат гирифта, албата ба хондану навиштан ва аз ёд кардани шеърҳо рӯ меоранд. Ванно гуфта намонад ки таи чанд соли охир кӯдакон худ танҳо не, балки бо ҳамроҳи хоҳаракону додараконашон ба барномаи мо меоянд. Ва имрӯз низ барномаи мо айнан чунин сурат хоҳад гирифт. Зеро дар барномаи имрӯзаи мо ҷовидзода Ануша ва ҷовидзода Малика иштирок хоҳанд кард, ки яке аллакай 6 сола ва дигаре бошад хеле хурдакаку беқарор аст. Ва фикр мекунам, ки аз шумораҳои гузаштаи барномаи мо шумо огаҳ ҳастед, ки дар ҳар як барномае, ки ду нафар иштирок кунанду яке аз онҳо хурдакак бошад, албатта беқарорӣ зиёд мешавад. Амехе не? Ассалом. Шумо телевизор дар хона тамошо мекунед? Шумо чи, Малика? Телевизор тамошо мекунед? Барномаи ангубинро пеш аз ин тамошо карда будед? Бале. Дида будед, ки дигарон, духтаракону писаракон чӣ хеле иштирок мекунанд дар барнома? Бале. Амин хоҳиши иштирок дар барномаи мо аз куҷо пайдо шуд? Кӣ шуморо овард ба барнома? Ба барнома моро модарам. Модаратон? Маҷбур кардан гуфтанд дар ҳамин барнома иштирок мекунӣ? Не. Чӣ гуфтанд? Мо худамон хостем. Чи гуфтед баъд ба модаратон гуфтед ёки ба падаратон? Ба модарамон. Чи гуфтед? Чи хеле гуфтед? Кай ки мо аз телевизор дидем, баъд модарамро гуфтем, баъд гуфтем ки ба Ҳорисон меравем. О, гуфтак майлаш. А майлаш гуфтан, ҳа? Баъд шумо ҳамин барномаи ангубин барои чӣ омадед? Барои шеъргӯӣ. Шумо барои шеъргӯӣ, вале хоҳаракатон чанд солаед шумо? Малика? Ду сола? Фикр мекунам, тамошобинони азиз, агар яъне хоҳари калонӣ барои шеър хондану муаррифӣ кардани истеъдоди худ ба барномаи мо биёяд, одатан нафароне ки хурдсолтар ҳастанд, яъне додаракону хоҳараконашон дар барномаи мо барои тағйири либос, пойафзол меоянд. Ҳамин барнома ки шурӯъ шуд, аллакай онҳо бояд пойафзолашонро иваз намоянд, бояд ягон ҷуро пояшонро кашанд, ҳа? Ё ин ки мӯи сарашон халал мерасонад, вале фикр мекунам, ки албатта ин ба барномаи мо халал ворид намекунад, баръакс барномаро боз ҳам ҷолибтар мекунад, вале мо шинос шуданро бо иштирокчиёни барнома фаромӯш кардем. Хуб, биёед каме дар бораи худатон нақл кунед, барои он ки ҳозир ҳама шуморо дар телевизор тамошо карда истодаанд. Кане мегуфта бошанд, ки ҳамин духтарак кӣ бошад, номаш чӣ бошад, барои ҳамин каме дар бораи худ нақл кунед. Ҷовидзода Ануша 7 сола мебошам. Ман дар лицеи президентӣ барои кӯдакони болаёқат шаҳри Душанбе мехонам. Ману хоҳарам шеърҳои бисёр медонем. И офарин. Шумо аллакай ба мактаб меравед? Бале. Хеле хуб. Ана кунун биёед шумо ҳам дар бораи худатон нақл намекунед камтарак? Кани? Офарин, мо гуфтем ки худатонро муаррифӣ кунед, вале Маликаи хурдака, ки қариб 3 сола аст, дар ҳол хостанд бибиашонро муаррифӣ кунанд, ҳа? Ба мо бибиашон дар бораи бибиашон сар кардан, нақл карданро. Дар оилашон чанд нафаре? Мо дар оила 7 нафарем: бибиам, бобоям, падарам, модарам, додарам, хоҳарам ва худам. Офарин. Хуб, дар бораи бибию бобо шеър медонед? Бибиҷонро аллакай хондан, агар шумо хоҳед, шумо ҳам хонед. Биби ҷонам меояд, дилу ҷонам меояд, равам курпачорам, болишче пар гузорам, чояки гарм биёрам, нонаки нарм биёрам, биби ҷона шинонам, хафа шуда намонам.
Биби Джони Хусуям, Биби и Кисагуям. И офарин. Дарборе Бобочи, озер Бубетон там Шакарда Судан Меган, Малика, дарборе Биби Ашхон, Шумохам, Анушахам, дарборе Биби Ашхон, дарборе Манами Хунда, Бушам Батхафа Нашаван, дарборе Хаминкани Хонет. Получа гули бодом, ман духтараки бобом, бобом, шина чоя хурат, ман чоя резаки бобом. И офарин, бабубуэтон, чоя мерезет бабубуэтон? Бара. Чихэл мерезет чойру. А мин чойру чихэл да мекнон, чоя аскуджо пайду мешават? Чихэл чойру, чихэл тайор мекнон, медене? Не, а, факат шумо рихта метавоне. Офарин, дарборе падар модаратон чи? Дарборе модара медонам. Медонет, кани марама? Айо, модар, чизе бои, ту чун гул хошу куфои. Айо, модар, чизе льоби, джилорой, бадил джой. Офарин, дарборе падар, чи? Мама с папой моя родня, и сестренка родня, и братишка, и щенок лопоухий тишка. Я своих родных очень люблю, скоро всем подарки куплю. Ой, какие подарки купите? Ну, это там такой стих был. А это просто стих, да? На самом деле не собираетесь вообще купить подарок? Ну, когда я буду взрослой, куплю. Ну, можно же своими руками что-то сделать. Ты сказала, что учишься... В лицее, да, да, уже? В школе же обычно показывают, что можно своими руками сделать, например, открытки или что-то там другое, цветочки, открытки. Да, мы такие делали. Делали когда? Ну, когда какой-то праздник наступает, мы всегда открытки делали. А кому? Ну, вот, День защиты детей. Мне кажется, что это был День Победы, да, скорее да. всего? Потому что я никогда не видела, чтобы... Ну, я своей сестре подарила. Серьезно? Малике? Ну, Малике я подарила браслетик. Хорошо, а где тут браслетик? Тут браслетик дома. Ну, шумо дармакта бузабудин руси мяхонет, а? Бале. Гуруги руси? Офарин. Албатта, дустони азиз, до даракону хуаракони гироми, хар кадар ки мо ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ зудтар оғоз кунем, ҳамон кадар хубтар мешавад, ҳамон кадар мо зудтар метавонем якчанд забонро яъне аз худ намоем ва албатта забондон шавем. Беуда нагуфтанд ки ҷаҳондонӣ аз забондонист. Ва шумо дар бораи модар, дар бораи падар ягон шеър намедонед, Малика? Шумо бо мо гап намезанед? Гап мезанед, а? Ба шумо писанд аст ба мактаб рафтан? Ҳар соати чанд бедор мешавед аз хоб? Ҳафт. Соати ҳафт? Ба чӣ кор мекунед? Масалан, аз хоб хестед, чашмонатонро кушодед, ба чӣ кор мекунед? Бале, дандонҳоямро бад мешуам. Дандонҳоятонро мешуед? Ба фикрам ки бисёри бад шустед, дандонҳо афтидан, а? Хоб, кадом хӯрокро шумо бисёртар дуст медоред? Ҳама хӯрокҳоро, а? Офарин. Но гуфта намонад ки дар ҳар як шумораи барномаи ангубин албатта иштирокчиён бо ҳамроҳи худ ана ин гуна рӯйхати махсусро омода карда меоранд ва мо тибқи ана ҳамон рӯйхат бо онҳо саволу ҷавоб мекунем. Ва албатта иштирокчиёне ки дар барномаи мо иштирок карданд, аксарияти онҳо иштирокчиён ва ғолибони озмуни ҷумҳуравии фурӯғи субҳидонаи китоб аст гаштанд, зеро онҳо аллакай рӯйхати тайёр доранд, аллакай шеърҳо ва маълумотҳои зиёд медонанд ва барои онҳо широк дар озмун осонтар мешавад. Ва фикр мекунам ки ҳар як шумо низ аллакай омода карда истодаед, додаракону хуаракони азиз, ва ба наздикӣ дар барномаи мо иштирок хоҳед кард. Ва агар иштирок кардан мехоҳед, волидони азиз, агар шумо низ хоҳиш доред ки фарзандонатон дар барномаи мо иштирок ва баромад кунанд, пас метавонед бо рақамҳое ки дар экранҳои худ дида истодаед 9892245 бо мо дар тамос шавед ва албатта ҳунару маҳорати фарзандонатонро муаррифӣ намоед. Ва мо бошем тибқи ана ин рӯйхат бо Ануша ва Малика саволҷавобро шурӯъ мекунем. Ам хене? Ҳамин рӯйхат ҳама чизои медонистаи худатон аст, ҳама шеърҳои худатон, а? Офарин. Инҷо як шеър аст, Анушаи саҳархез. Ин чӣ шеър аст?
این رو با وکالونم نوشته است. خودشون ایجاد کردن ده؟ بله. آفرین. میتوانید با ما خونید؟ بله. مرحمت. انوشه سرخست وقت چینامی مبارک دارد یک بوزیچه سفیدک و نو شخک هر سهر صبح صادق وقتی که خیزد از خواب اول با بوزیچه یش علف میدیه دو آب بوزیچه را جا کرده او در تگی دروازه جاگه خوابی ورا درال میکنه تازه خورو مال انوشه حلاوت بخش اینقدر بوزیچه حس میکند گرمی دستی مادر گویا بوزیچه گوید دوگانه بین زیر کلون شوان بید همد هر روز یک خورمه شیر. آفرین. شما در حقیقتم بوزیچه دارید اینکه نه؟ نه. همین ما در کجا زندگی میکنیم همه همون؟ ما در تاجیکستان. در جمهوری تاجیکستان. هم پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر است؟ شهر دوشنبه. آفرین. در برای جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه یعنی که وطن شما شهر میدونه؟ تاجیکستان تاجیکستان میکنم شکری کمو بسیاری تو میکنم شکرانه از آزارم و از آزاری تو از تو من سروت نمیخواهم وطن هستی بس است با خس و خارت برابر زندگی کردم بس است. آفرین. ما سخن رو در برای وطن آغاز کردیم گوید که مقدسات ملی رو میدونید رمزهای دولتی کدام هایم؟ نیشان پرچم سرود ملی. آفرین. قهرمان های جمهوری تاجیکستان کی هایند؟ صدرالدین عینی میرزا تورسونزاده امام علی رحمان بابا جان غفوری شیرین شاه شه تیمور نصرت الله مخصوم. آفرین. چون که ما میدونیم قهرمان های رو که شما نمبر کردید اکثریت اونها ایجادیات خود رو دارن شعرهای خود رو دارن و حتی در باره اونها نیز شعرها نویستن شما در باره یگان تای اونها شعر میدونید؟ وحدت به ما هم یار شد لطف خدا بسیار شد قسمت به ما هم خار شد امام علی شد رهنما تاجیک زینه و مسرور شد شایسته و مسرور شد چشمی حسودان کور شد امام علی شد رهنما در شاهرای زندگی یا بیره ها از بندگی بر کس نخواهی گندگی امام علی شد رهنما. آفرین. خب اینجا شعر با زبان روسی است. автобус номер 26. Автобус номер 26. Баран успел в автобус влезть. Верблюд вошел и волк, и вол. Гиппопотам пыхтя вошел. Дельфин не мог ползти в вагон. Енот не мог выйти вон. Жираф как дернул за звонок. Змею он принял за шнурок. Индюк спросил, который час. Козел сказал, не слышу вас. Лиса сказала, скоро 7. Медведь сказал, я всех вас ем. Навозный жук жужжит, боюсь. Орел сказал, а ты не трусь. Петух пропел, какой герой. Рысь проволчала, рот закрой. Щегол уселся на окно. Выб говорит, что ей темно. А ему сказал, закрыл он свет. Юрок и дрозд сказали нет. Як промычал, пройдя вперед. Автобус дальше не пойдет. Прочтите сказку эту, дети. Расскажет весело она. Какие звери есть на свете и как писать их имена. Когда в автобусе мы едем или в вагоне под землей, не будь ежом, не будь медведем, не будь удавом и свиньей. Офарин, я не того сутя меньшер, но тарзи рафтору, хам дар автобус дарамин джойго джамиати, вахам, инчинин номхой хайвонотру йод мегирем, ха? تشکر زیاد و البته بار دیگر خوش رسان میشویم دوستان عزیز که شما برنامه انگوبین رو طریق تلویزیون بهارستان با اشتراک
Ануша ва хоҳаракаш Малика тамошо карда истодаед ки Малика низамон ба берун рафтан аз сабаби ки хеле хурдакак аст ва метавонад каме бетоқатӣ кунад. Вале барнома ва суҳбати мо албатта бо Ануша идома карда истодаад ва ногуфта намонад ки Ануша дар гурӯҳи русӣ таҳсил мекунад ва аллакай ба синфи якум рафтааст. Аз ин рӯ шеърҳо ва ҳатто достонҳои зиёдро бо забони русӣ аз ёд кардааст. اینجا میبینم که روی خط به نهایت کلان است. از این رو با ما بودن رو فراموش نسازید. ویچر ویچر تی مگوچ تی گоняєш старий туч تی волнуєш сильно море будто вещь на просторе не боїшся нікого кроме Бога одного. Час обеда приближался, топот по двору раздался. Выходят семь богатырей, семь румяных усачей. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит к себе в волнах на раздутых парусах. Белка песенки поет и орешки все грызет. А орешки непросты, все скорлупки золоты. Ядра чистит изумруд, вот что чудом-то зовут. Молодец. А кто тебя научил всему этому? Учительница. Учительница? Как ее зовут? И если хочешь, ты можешь прямо сейчас передать привет, потому что я уверена, что твоя учительница смотрит на тебя. Поэтому ты можешь, если хочешь, можешь передать ей привет и, конечно, то, что ты хочешь сама. Мою учительницу зовут Сабат Шейлна, ее фамилия Раупова Сабат Шейлна. А что ты хочешь сказать своей учительнице? Спасибо, что научили всему этому. Хорошо. А сколько вас там в классе? 40. 40, да? Это же много, да? Да. Сколько мальчишек, сколько девчонок? 23 девочек, 17 мальчиков. А ты молодец, все-таки помнишь. А кто больше всего, самый отличник? Кто там у вас? Или, может, это отличница самая? Есть? Или нет? Ну да. Как ее зовут или его? Ее фамилию забыла, но имя. Имя как? Ну, а но фамилия нет. Но за ним? Да. Она хорошо учится? Да. А ты сама? Я тоже хорошо учусь, но по диктанту только. Ну, я уверена, что ты исправишь это. Вы чем занимаетесь? Основные и, конечно же, твой любимый предмет, твой любимый урок это какой? Рисование. Рисование? Ты любишь рисовать? А кем будешь, когда станешь взрослым? Художником. Художником? Да. Молодец. А ты сказала об этом своим родителям? Ну, да. Они что? Папа согласен, а мама нет. А почему она не согласна? Она хочет, чтобы мы оба доктором стали. И ты, и твоя сестренка? Да. А что насчет братика? Братика как зовут? Шоурух. Шоурух зовут, да? Сколько ему? Ему один котик. А, он вообще маленький, поэтому о нем даже не думают, да? Кем он будет в будущем, да? Да. Пока не придумали ему. А, ты сама хочешь стать художницей, верно? Но я уверена, что... Когда ты повзрослеешь, до того момента, когда уже ты окончишь школу, ты, конечно же, конкретно решишься на то, какую профессию выбрать. А пока что мы продолжим, верно? Да. Тут у нас стих про самый популярный и распространенный гаджет 21 века, про телефон. Что ты скажешь про телефон? У меня зазвонил телефон. Кто говорит, слон? Откуда от верблюда? Что вам надо, шоколада? Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? До пудов это 5 или 6. Больше ему не съесть. Он у меня еще маленький. А потом позвонил крокодил и со слезами просил. Мой милый хороший, пришли мне калоши, и мне и жене, и Татоше. Постой, не на той неделе я прислал тебе 2 пары отличных калош.
Те, которые ты прислал на прошлой неделе, они уже закончились. Мы ждем, когда ты снова пришлешь к нашему ужину новых и сладких калош. Молодец. Ну, тут выясняется, что крокодил просит, чтобы в подарок калоши отправили ему, да? Да. А ты любишь само подарки? Да. А какой твой долгожданный подарок? Ну, есть же у всех какой-нибудь подарок, которого всегда и на Новый год, и на день рождения, и какой-то другой праздник они ждут, но, конечно же, не дарят. Это какой подарок у тебя? Что ты хочешь вообще, чтобы было в подарок? Телескоп. Телескоп? Да. Зачем тебе? Ну, мне нравится смотреть на звезды. Тут еще есть стих про подарок. Пришла ко мне подружка, и мы играли с ней. Пришла ко мне подружка, и мы играли с ней. И вот одна игрушка приглянулась ей. Лягушка заводная, веселая, смешная. Мне скучно без игрушек, любимая была. Но все же я подружке лягушку отдала. А вы... У тебя есть подружка? Ну, нет. Нету вообще совсем, что ли? Ни одного? В Кулябе есть. В Кулябе? Да. А вы из Куляба, да? Как ее зовут? Как зовут, вообще не знаешь? Ну, я забыла их. Ничего страшного. А вы не ругались со своей подружкой? Нет. Никогда прям не обижались? Нет. А сейчас вот с теми подружками, которые есть в школе, во дворе у вас? Во дворе нет, а в школе есть. Есть, да? С ними не ругаетесь? Нет. Потому что, ну, иногда бывают времена, когда люди обижаются друг на друга, особенно маленькие девочки, чаще всего ссорятся по пустякам, конечно. Тут как раз есть стих об этом, называется «Кто первый?» Кто кого обидел первый? Кто кого обидел первый, он меня, нет, он меня. Кто кого ударил первым, он меня, нет, он меня. Вы же раньше так дружили, я дружил, и я дружил. Что же вы не поделили, я забыл, и я забыл. Ну, говорю же, по пустякам они ругаются. И чаще всего это происходит из-за игрушек, верно? Да. Но тут у тебя есть стих про «В магазине игрушек». Друзей не покупают, друзей не продают, друзей находят люди, а также создают. И только у нас в магазине игрушек огромнейший выбор друзей и подружек. Если дружбой дорожить, можно спорить и дружить, и не выспахнуть ссоры из любого спора. Ну, конечно. Тут еще есть про сестренку, да, стих? Да. Можешь рассказать? Я свою сестренку Лиду никому не дам в обиду. Я живу с ней очень дружно, очень я ее люблю. А когда мне будет нужно, я и сам ее побью. А вы бьете свою сестренку? Ну, когда она меня злит, да. А что она делает для того, чтобы вас слить? Ну, разные вещи. Например? Она всегда мне мешает. А в чем мешает? Когда я хочу что-то сделать, она приходит, что я делаю, вот, прям ломает или... Знаете, конкретно понимаю. Дустони Азиз, читаврики Ануша Гуфтан, Хуаракаш, Баухаламирас, Унадама, Чисуяш, Румешчика, на двоим фигурмик номдар, Хайоте, Харьяк, Нафариаски, Хохарак, Юнки, Дудараки, Хурцолду, Радва, Хусусан, Мам, фигурмик, Кардамки, Танго, Дарху, Наймочу, Нинаски, Кудакон, Хама, Ашуй, Дигаркас, Румейрасанд, Ва,
باید آنها را باز هیچیز نگویی زیرا مدارتان جنگ میکند لکه و عموما نپرسیده هر اون چیزی که بازی چاب باشد یونگی خوردنی باید کودکانی خوردسال رسند و فکر میکنم که وقتی کلان میشود البته که این برایش ما یک حالت مقراری خواهد بود و عموما وقتی که سال تو سال کلان تر میشوند کودکان لکه با چیزهای دیگر کس دست نمیرسونند زیرا آنها لکه معنای این رو میفهمند و میفهمند که ممکن نیست ولی تو فهمیدم نشون خیلی چیزا رو میشکننده آفرین و برای همه اون نفرانی که اینی زمان با ما پیوستند خاطر رسان میشویم که شما برنامه انگوبین رو طریق تلویزیونی بهاریستان با اشتراک جاوید زاده انوشا و خوهرکش ملیکا تماشا کرده سودایید و نو گفته نموند که انوشا لکای با سینف یکم رفته است و خیلی دختره که دانا و حاضر جواب است ولی از سببی که با زبانی روسی و در گروه زبانی روسی تحصیل میکنند زیادتر معلومات و شعرهای خیلی جالب و پرمضمون رو انوشا با زبانی روسی از یاد کردن ولی این فکر میکنم برای برنامه مامانیا نخواهد شد برعکس این یک طرز روبالا نمودنی هر یک شما دادرکان خوارکان عزیز است که زبان دان شوید و البته با زبانهای دیگر نیز شعرها رو از یاد کنید اینجا سوالها هستند سوالهای مخصوص آورده شدند که فکر میکنم شما با اون جواب گردانده میتوانید هم و فکر میکنم این سوالها با شما نیز دارکان و خوارکان عزیز خیلی لازم است از این رو با دقت باشید و اولین سوال این در بوره دریای از همه دروسرینی تاجیکستان است و پشتن میخواستیم که سما لینا ریکا تاجیکستان ککه؟ دریای پنج میشود هم؟ А сколько цветов радуги? 7 цветов. Это какие цвета? Красный, желтый, оранжевый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый. Ну это хорошо. Откуда ты узнала? Потому что радугу же не видно. Редко же выходит. Да. А сколько дней в неделе? 7 дней. Это какие дни можешь назвать? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. А какие дни выходные? 2 дня. Суббота, воскресенье. А чем вы занимаетесь в субботу и воскресенье? Обычно вы же 5 дней ходите, да, в школу? Да. А остальные 2 дня, вот, когда просыпаетесь, что делаете? Может, куда-то ходите? Ну, нет. Я... И сестренка и братишка играем. Играете, да, во да. что? Ну, во что-нибудь интересное. А что вам, в принципе, интересно? Мне интересно прям с ними играть. Играть, да? Да. Потом, я старшая, я могу руководить, да? Ну, я тебя понимаю. Дальше давай. А с какого месяца начинается год? С января. Почему с января? Не с сентября? Ну смотри, сентябрь, и мы идем в школу. Разве не начинается? Нет, с января, потому что январь это первый месяц, да? Да. А в принципе, сколько месяцев в году? 12. 12? Почему 12? Январь, февраль, март, апрель, май, июль, июнь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. И январь? Январь был первый. Хорошо. Куда можно выбрасывать мусор? В мусорное ведро. А из чего первобытные люди делали одежду? Ой, такой интересный вопрос. Из шкур животных. Из шкур животных, да? Каких животных? Ну, разных. Разных, да? Да. А сейчас из чего делают одежду? Из ткани, да, из хлопка. Да. А как называется вот сейчас есть, как раз мы заговорили об этом насчет одежды, да? Как называется наша национальная одежда? Чакан атлас. Ой, ты молодец. А у тебя есть чакан или атлас? Да. Есть, да? А знаешь, у меня такой вопрос к тебе. Кто был самым первым человеком, полетевший в космос? Юрий Гагарин.
Юрий Гагарин. Это точно? Да. А почему нужно есть много овощей и фруктов? Ты не знаешь? Потому что в них много витаминов, они вкусные и сладкие. А скажи мне, пожалуйста, какой твой любимый фрукт? Все фрукты. Ты все виды блюд любишь? Все фрукты, а овощи? Овощи. Не любишь какую? Ну, половину люблю. Ну, например, когда мама готовит суп, что ты там не любишь? Морковку? Морковку люблю. Любишь, да? Тогда что ты не любишь, мне интересно. Обычно дети не любят именно морковку. Там еще репку. Репку я люблю. Ты все любишь, да? А, кстати, когда ты собираешься кушать, да? А что мы должны делать в первую очередь? Мыть руки с мылом. А почему это надо? Ну, потому что в них много микробов. А микробы откуда? Из грязи. Из грязи? А грязь где? Везде. Везде, да? Да. А нельзя, чтобы как-то не подцепить себе вот эту грязь и микробы? Только надо мыть руки, потому что везде есть микробы. Ну, везде есть микробы, конечно, вот здесь, там, тут. И где бы вы ни находились, конечно же, есть пыль, есть немножко грязи. И, конечно же, без микробов никак, потому что они везде распространились. И единственное, что мы против них можем сделать, это постоянно и часто мыть руки мылом, верно? Какого числа мы отмечаем День президента? 16 ноября. 16 ноября? Да. А 6 ноября? День Конституции. Конституции, да? Да. А в какой день намечается праздник, День национального единства? 27 июня. А День независимости Таджикистана? 9 сентября. А День Победы? 9 мая. 9 мая. А, День знаний. День знаний. Да. Там еще специальный урок есть. Урок мира. Дарси Сул называется. 1 сентября. Молодец, да, это верно. А День защиты детей когда? 1 июня. Вот тут ты никак не хочешь ошибиться, потому что это самый любимый праздник детей, да? Да. А День матерей? 8 мая. 8 марта? Марта. Марта, да. А день, когда мы поздравляем отцов своих, в принципе, мужчин? 23 февраля. 23 февраля, молодец. А смотри, в 23 февраля какой сезон там? Зима, лето или что? Зима. Зима? Почему зима? А зимой холодно или тепло? Холодно. Почему холодно? Потому что там солнце меньше светит. Когда становится зима, уже солнце становляется меньше, и нам будет холодно. Нам почему будет холодно? Потому что солнца нет. А еще что там? Снег. Снег, да? А вот что такое снег, ты знаешь сама? Вот смотри, когда мы держим снег на руках, оно что делает? Растает. Тает, да? Да. А во что превращается потом? В воду. В воду, да? Да. Это получается что? Вода, верно? Да. А что такое солнце? Солнце – это огромный шар, пыляющий шар. Да, горячий такой, да? Да. А луна? Луна… Там живут люди на Луне? Нет. Почему?
потому что там нет воздуха, еды, воды. А у нас есть на планете все это? Да. Да? Как называется наша планета? Земля. Земля называется, да? А как называется наша страна, где мы живем? Таджикистан. Таджикистан. А наш родной язык? Государственный язык? Таджикский язык. Таджикский язык, да? Да. Молодец, ну ты справляешься со всеми вопросами, ну, чтоб тебе я не задала, ты отвечала правильно, молодец. И, кстати, у меня к тебе такой вопрос. Ты знаешь загадки, например? Да. У меня есть такая сложная загадка, я уверена, что ты не можешь ответить. Это, знаешь, зимой и летом одним светом. Ёлка. Ёлка. Ну, иногда дусони азиз, албатта ман бузабони тоҷики як чизони хеле душвор дорам ки ин ҳам мехизарин таги замин аст. Чи аз ҷавобаш медонед? Морковка. Морковка, бале сабзи. Ва бузабони руси бошад зимой и летом одним светом. Дигар ман чисто намедонам, а? Хуб, шумо медонед як он чисто? Бале. Марамат ге? Ман ҷавобашро меёбам. Мешавад? Без рук, без ног, а ворота открывает. Да, ступона дурадар во замет кушает, бо инчистон маро уман таслим кардан на метавоне, джауби ин албата шамолас, ветер, верно? Да. Боз? Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, не человек, а рассказывает. А... Это, если я не ошибаюсь, это книга? Да. Ну, я знала. Еще, знаешь? Под соснами, под елками сидит мешок с иголками. Мешок с иголками? Да. Ну, так и есть ответ тут же. Мешок с иголками. Да? Нет. А что? Ежик. Ёжик? А, ну, я забыла, наверное. Еще? Скатерть белый, все поле одела. Скатерть белый, все поле одела. Это снег? Да. Вот видишь, я знаю. Тут еще написано загадочные буквы. Если честно, я не очень-то разбираюсь в этом. Ну, давайте уточним у вас, да? Тут написано «Лягушку проглотила». Айс. Тележку прокатила конь. Откроем и войдем. Дом. Жужжит и больно жалит. Пчела. Пчела. В лесу деревья валит. Пила. Чирикает на ветке. Птичка. Воробей. Воробей. Рычит на нас из клетки. Тигр. Приятный любит запах. Нос. На мягких ходят лапах. Кошка. Спасается от кошки. Мышь. В горшочке на окошке. Цветы. Усердно чистит зубы. Зубная щетка. Велит надеть нам шубы. Мороз. В коробочке сидит. Таракан. С собою домик тащит. Черепаха. Откликнется из чаши. Звук. В лесу на курых ножках. Избушка. Лежат у нас в лукошках. Грибы. По щерстке мы попадем. Погладим. По щерстке мы погладим. Собака. Мерцает огоньком. Свет. Фонарь. Фонарик. Молодец ты. Еще я тут заметила, ты пословицы, поговорки тоже знаешь, да? Зар бул масалу макул хомешаван. Мархамат, метабуни онхороба, там уж обден чирзюнь баурсон, пишню одному. Учение – путь к умению. Умный себя винит, гордый своих товарищей. Не учись разрушать, а учись строить. На чужой земле весна не красна. Не знать не страшно, страшно не узнать.
Труд кормит, а лень портит. Слово серебро. Слово серебро, молчание золото. Старый друг лучше новых двух. Сила сломит все, а ум силу. Каков мастер, такова и работа. Век живи, век учись. Бо забони то джики, чи медали? Бо мохши не мохшави, бо декши не сьохшави. Да видани гусала то кахдон. Кибаш мой одор? Индро модара. Офарин. А шмой гуна в суна медали? Вале. Да бурай чия савсона? Теремок, колобок, заюшкина избушка, лиса со скалочкой, лиса с кувшином, сестрица Иванушка и сестрица Аленушка и братишка Иванушка. А какой из них тебе больше всего нравится? Когда дома все на робе сюртарду с медре? Сестрица Аленушка и братишка Иванушка. Мы там нет бамы нахокни. Там уже мне не азиз, то дарако на хуарако не гироме боди ката мошо кунет, зеру ани замон, ануша барой моушму, як афсонай хуберу накалме кунан. Мархамат. Жили-были дедушка и бабушка, у них была внучка Иванушка, у них была дочка Иванушка и сын Иванушка. Дед и баба однажды умерли, Аленушка, сестрица Аленушка и братишка Иванушка, они остались одни. Аленушка шла на работу и брата с собой взяла, а Иванушке захотелось пить. И он говорит: сестрица Аленушка, можно выпить из этого копытца? Коровиное копытце полно водицы. Нет, не пей, братец, жеребенком станешь. А потом что случилось? А потом сестрица Аленушка говорит: из колодца выпьешь. Солнце высоко, колодец далеко. Они шли дальше. Лошадиное копытце полно водицы. Сестрица Аленушка, можно выпить из этого копытца? Нет, не пей, жеребенком станешь. Потом что дальше? Потом они шли дальше. Козлиное копытце полно водицы. Сестрица Аленушка, можно выпить из этого копытца? Нет, не пей, козленком станешь. А братишка Иванушка не послушался сестрицу Аленушку и выпил из этого копытца и стал козленком. Аленушка по дороге сидела и плакала, а вдруг пришел купец и говорит: о чем красная девица плачешь? И потом Аленушка рассказала всю свою беду. Потом что случилось? А потом купец говорит: выйди за меня замуж, я тебя золотом награжу, и козленок будет жить с нами. И потом она думала и согласилась. А потом однажды купца дома не было. Не было дома купца. А потом пришла ведьма, говорит: идем, Аленушка, на речке купаться. Они пошли, а потом на шею Аленушке привязала она огромный и тяжелый камень и толкнула ее. И сама превратилась в Аленушку. Никто не знал, даже купец,
Только об этом знал козленок. И каждый день козленок ходил и говорил: «Сестрица Аленушка, выплюнь, выплюнь». А сестрица Аленушка отвечает: «Я не могу, мне в шею завязали огромный и тяжелый камень». А в итоге что случилось? Смогла она выйти? Нет. Так и не вышла? Ну, конец вышла. Каким был? Вышла. Вышла, да? Да. Злая ведьма услышала и сказала купцу: «Давай голову козленку зарежем». А купцу было жалко козленка, и он согласился. А потом козленок снова пошел на речку и говорит: «Сестрица Аленушка, выплюнь, выплюнь». Сестрица Аленушка снова говорит: «Я не могу, у меня на шее завязан огромный и тяжелый камень». Офарим бенигоят афсонай джоли баз дарахкат хам ва ду даракону хуаракони азиз. Агар шумо мехоед ки давоми афсонаро фамид ки чи мешавад, пас метавонед ки дар китобчаҳо ҳаст, албатта ҳам бо забони русӣ ва ҳам бо забони тоҷикӣ ин афсонаро дастрас намуда, албатта хонед ва фаҳмед ки дар охирин барнома, дар охири аниқтараш афсона чӣ мешавад. Ва албатта метавонед ки пас аз азёд кардани якчанд афсонаҳо ҳатман ба барномаи мо оед. Ва инҷо мебинем ки аллакай малика низ омада истоданд ва фикр мекунам идомаи барнома боз бо малика сурат хоҳад гирифт. Ана тамошобинони азиз, малика ҳам ба назди мо омадан. Ҳа, малика? Дам гирифтед? Не? Намондана? Чӣ кор кардед? Ҳеч чӣ накардед, а? Малика, акнун ягон шеъратонро мехонед барои мо? Малика, мо малика, малика, мо малика, нам хуша шола, хуш, азиз то хона, тари хена ваша джам, дайла ила смада. Хош Таиландон, водал водал колом, хочан карат. А вот мечта Авеллада. Офарин. Ин шер дар бораи худатон буда? Аз куҷо азёд кардед? Ачан? Модаратон, а? Очатон? Очатона дуст медоред? Чанка? Малика, шумо рангҳоро медонед? Кани ба ман гӯед ки ана мин кадом ранг аст? Жолтӣ. Жолтӣ, а? Зард, а? Офарин. Ана инаш кадом ранг аст? Синий. Синий ёки голубой, а? Синий. Синий. А инаш чи? Красный. Красный. Ана... Ана ин чи? Ай. Жолтӣ. Жолтӣ. Инаш чи? Розовый. Розовый. Инаш чи ранг буд? Красный. Ана инаш чи? Синий. Синий. И офарин. Ана ин чи? Зелёный. Зелёный. И офарин. Шумо аз куҷо яд гирифтед? Тиам ба шумо, а? Ба шумо тиам? И офарин. Шумо ҳайвонҳоро медонед? Кани инҷо мо албатта аёният омода кардем, тамошобинони азиз. Ва озир мебинем ки кани аз удаш мебарояд ё ки не. Ин кадом ҳайвон аст? Лиса. Ин лиса аст, а? Рубо. Инаш чи? Лев. Лев. Шер. Инаш? Иш. Обезьяна. Обезьянаро дар куҷо дидед шумо? Ғайри ин дар боғи ҳайвоно, дар зоопарк надидед? Не? Шуморо набурдан ба боғи ҳайвоно? Зоопарк набурдан? Баред, а? Агар модар падари малика тамошо карда истода бошанд, маликаро ба назди маймуниёни обезьяна баранд, а? И офарин. Боз якто дигарам халтонед, афтонед. Инаш чи? Змия. Змия? Мор, а? Змия мегазад ё ки намегазад? Намегазад. Офарин. Инаш чи? Двец. Инаш чи? Чигир.
Тигр. И наш чебушат? Слон. Слон, а? Колон, а сеньки майдача? Колон. Колон, а? Чанка бушат, что мы на медунек? Медунек. Все кадар, а?